Вот что бывает с гладухи. Скамейку сгрызла уже всю. Предварительно съев 5 голов, да, и 2 порции каши. Да. Молочный, рисовый, вкуснейший. И сейчас заедает. А так аппетит? Ну, средний. Раньше было бы лучше. Вот таких и любят собак. А потом маму не грызят, а то с разбегу мама. Этот лук вот так размножается. То есть у него в серединке образуется мочка, и из нее вылезает вот эта вот вторая веточка, она уже дает семена.